Добрый день. Мы продолжаем нашу рубрику «Московская битва», часть 2. И сегодня у меня в гостях, вернее, я в гостях у Рамзеса, или Рамзес, простите, не так не научился выговаривать эту фамилию. Скажи, пожалуйста, как правильно? Текадугов. Я даже никогда не научился. Ноги на так. Слушай, ну это вот интересно, кстати, про твою фамилию мы и имя поговорим чуть позже. А пока хотелось бы задать такой вопрос. Мне кажется, будет интересно узнать нашим зрителям, как ты перенес тот сезон и тот несостоявшийся мир. Ты опустились руки, у тебя была какая-то депрессия. Или же наоборот, это тебя как-то стимулировало, и ты пошел дальше, решил напролом, несмотря на все. Конечно, был сезон такой не фонтан, скажем так. Я, наверное, может, большего ожидал. Что я спрогрессировал вроде бы на правде. Что-то, как всегда, у меня вот с формой немножко. Такая критика, наверное, была. Вот из моих ног подвел. Но это, в принципе, нормально, потому что постоянные травмы, вот, которые меня преследуют, что в 2008 году на подготовке, вот это та же самая история произошла, что в этом травмы ног постоянно не дают мне довести форму. Ну, как ты перенес именно психологически вот несостоявшийся мир и все это, вот так тебе было? Насколько вот на таких вот периодах, насколько я получил за полтора месяца какую-то травму листообразной связки, и я уже, наверное, уже можно было поставить крест на подготовку. Но все-таки, наверное, мотивация все-таки она мне дала как да, толчок. Я проконсультировался с врачами, но все-таки как-то какими-то снял это воспаление с колена и все-таки продолжил. Я сейчас в миру даже на Россию не поехал, там только с формулированного чемпионата. Все-таки, ну, как-то вот так получился, я не попал. Я все-таки сказал, ну не судьба. Даже просто так, наверное, мне все. Скажи, пожалуйста, вот непосредственно в этом сезоне готовят очень много серьезных атлетов именно в твою категорию 100+. Тебя это стимулирует, мотивирует или наоборот подавляет? Как ты к этому относишься? Я бы сказал, даже заводит больше. Это, не хотелось бы просто так выйти и вот, без какой-то борьбы победить. Неинтересно, наверное, скорее всего. Ты, наверное, не поймешь, как спортсмен. Ну, естественно, да. Победить все равно хочется. Особенно серьезно. Да пора уже, как бы. Я согласен. Особенно победить приятно серьезно соперника. Да, да. Я по себе знаю, когда ты выигрываешь просто так, от того, что никого не было. И когда ты выигрываешь у кого-то, то совсем другие ощущения. Эмоции. Конечно. И вот в этом году вот я вот даже за такой короткий срок, я не ожидал сам от себя, что у меня появится. Наверное, скорее всего, работа с моим тренером. Ну, ты сейчас, я посмотрел на тренировки, очень-очень хорошо выглядишь. Вот, кстати, хотел спросить про тренера. Ты продолжаешь работать с Алексеем, да? Да, как я вот начал сезон с прошлого, там, у меня давайте. Я вот сейчас продолжаю, я очень рад. Доволен? Прогрессом, да, очень, я думаю, серьезно должно быть. Если у меня, допустим, был всегда без последнего, это было 6-7 килограмм, при том, что ты сейчас видишь, 18 килограмм. Уже в хорошем качестве. Да, уже. Что я буду намного тяжелее. Ну, по-фу-фу, не буду. Да, и заглядывай. Да, как бы мы предполагаем, а слышишь, располагаем. Стандартные вопросы. С какого турнира ты планируешь начать свой соревновательный сезон этой весной? Первый старт это у меня будет Благовещенский, Кубок Урала. Это какого числа? Это будет 10 числа.
А там дальше по накатанной это пойдет у меня чемпионат Москвы, Кубок Европы, на который меня Владимир Ильич... 18-м. Да, меня не пригласил. Вот. Это вот такие основные старты у меня, потом Россия, конечно. Вот, и все-таки я думаю, форму хочу дожать, это чемпионат Европы, который пройдет в Голландии. Да, это акцент как бы вот именно... Ты как форму готовишь именно на Голландии? В принципе, как бы, я хочу везде выйти в такой оптимальной форме, а там вот основные такие вот принципиальные для меня ставки, это, конечно, это Москва, это принципиальные уже для меня вопросы. Я тебя понимаю. Россия, я тебя понимаю. В принципе, дальше, чем дальше, как у меня форма не улучшается, не ухудшается, я взял, а улучшается, да, как бы по объему уже как бы сложно, но я как бы, я знаю, что на Европе это вообще жесткая кондиция. Ну я да, я по себе знаю, ты можешь что-то планировать заранее, куда-то бить, куда-то не бить, а в итоге в конце сезона получается так, куда не планировал, там форма вышла, куда планировал, нет, бывает все по-разному. Да, да. Конечно, сложно планировать. А вот в этом сезоне ты сколько планируешь весить на сцене? Ну не загадывай, конечно. Если на скидку говорить, я думаю, это не меньше будет 114. Не меньше, точно. Не меньше, может больше будет. Потому что одним из самых больших, в принципе. Ну вот тут как, по-другому нельзя, это такой спорт. Да, да. Мы же не танкисты. Ну да, да. Да, еще хотел тебя спросить, а какой у тебя рост? Рост у меня от 1,74 до 1,56. Ну, когда понимаешь, утром встаешь, он 1,79. Вечером он почему-то ниже становится. И наверное, то, что ну, как после тебя отягощения. Что ты сильно выше меня, а ты примерно так. Да, к вечеру становлюсь ниже. Уже ко мне рост. Ну, мне тоже пора весить. Хотел что еще спросить. Вот в этом сезоне у тебя появился спонсор. Компания Muscle Tech. Продукты этой фирмы ты используешь в своей подготовке. Вот, хотелось бы услышать реально немного отзывов. Что удалось попробовать? Хорошо, плохо, действительно ли стоящая фирма? Ну так, реально, как оно есть. На протяжении вообще, как я занимаюсь вообще вот спортом, я много продукции попробовал разных фирм. Вот, вообще, если вот конкретно говорить, вот я мог бы сейчас говорить, вот, там, значит, расписать, там, да, как бы, там, тра-ля-ля, там, ну, я просто конкретно скажу, это добавка, есть добавка. От нее что, какой-то идет процент поддерживающий, как бы, организм, да? Ну, что у нас попробовал? Да, у нас, в принципе, я попробовал все, и аминокислоты, и БЦА, и солнечные бандены, и энергетики. Я доволен. Ну, какой-то, ты можешь сказать, это лучше, чем ты пробовал раньше какие-то вещи, хуже, что-то лучше, что-то хуже, или все сразу, целиком, лучше, хуже, как-то вот более-менее. Наверное, вот если вот с учетом, вот, знаешь, вот такое, наверное, стечение обстоятельств, наверное, да, вот, что, как я начал готовиться, вот всему свое время, говорят, да, вот, но так получилось, что вот с таким не с тренером, а лучшим, как бы, да, начал как бы сотрудничать, его как бы коллективы, которые вносят, дают конкретно, да, вот свои результаты. Muscle Tech, который сейчас мне вот тоже вот, помогает добавками, которые, да, я вот сейчас употребляю, тоже, да, дают свой. И я просто, ну, вот, смотря за, вот, ну, согласись, да, там, за 3 месяца набрать, там, да, такие гипертрофины, вот реально, вот, такие, я понимаю, 2-3 килограмма, да, там, но на протяжении всей подготовки я постоянно прогрессирую, наверное, это, ну, кто отслеживает, это заметит. Да? Но я считаю вот этот прогресс, который вот за этот короткий срок, в том числе за счет, я думаю, добавки конкретно дают, как бы,